привет, уважаемые друзья, меня зовут Артём. Сегодня сходил на почту, принёс вот столько посылочек. Посылочек у нас всего 4. Даже не простите, я не буду всё раскрывать. В одном видео я немножечко разделю. Разделю я именно по 2 штуки. Здесь, значит, у нас есть 2 большие, 2 маленькие. Возьмём, значит, по 2 большие, по 2, по одной, короче, из каждой группы берём. Одну большую, одну маленькую. Что здесь находится, я понятия не имею. Эти вот две посылочки я убираю и открою их в следующем видео. Так что смотрим тоже, там все будет очень интересно. Значит, берем нож. На это сначала возьмем какую из них. Давайте верхнюю. Что-то прям хочется верхнюю, но я почему. Здесь такое что-то мягкое, не пойму, что здесь что это такое. Но все же, здесь я закрыла свой адрес, это ничего страшного. На почте Китая она... Непонятно, когда была. Что я мог такого заказывать, я тоже не знаю. Возможно, это Каршарп, его тоже уже жду. Не знаю, может, даже это будет и он. Но это, скорее всего, не он. Давайте уже вскроем, потому что там внутри не буду оставить. Открываем. Как-то здесь все полно. Давайте так потихонечку. Эх, ты что здесь? Здесь у нас где-то, скорее всего... что это? Вот такая вот фигня. Это пусто. Что это такое? Сам не знаю, какой-то пакетик. Что-то твердое. Может, какой-то подарок или что-то я заказывал, или кто-то меня просил заказать. Аж сам не помню даже. Заказов очень много. Ждите, будет еще больше всяких разных видео. А, все понятно. Это сейчас скажу, что это такое. Это у нас такие вот наклеечки на стены. Они зеркальные. Видно, такое прям зеркало, как бы. Давайте что-то распакуем. Как здесь распаковать-то? Ножку не хочу. Товар не мой. Хочу вернуть все, чтобы было как будто в нулевом состоянии. Значит, открываем. Такие вот просто наклеечки на стены. На окна, на что-то другое, такие они жесткие. Вот такие бабочки обыкновенные, тут женские, его, что видим, значит, зеркальная сторона какая-то мутная. И слой, на который мы будем отрывать и прилеплять его на стены. Здесь их очень много, сколько штук не буду даже считать. Ай, ладно, не буду, здесь вот есть большие даже бабочки, такие две штуки. Вот. Ну, в принципе, это все. Посылка открыта, давайте перейдем к другой посылке. Ссылка на этот товар будет в описании. Цену не буду писать, потому что я брал с группы покупок, по-моему, даже не буду ничего пытаться делать. Смысл. Дальше мы берем вот это. Такая маленькая посылочка. Нажимаем. Нажим щелчки чего? Правильно, компьютерные мыши. Открываем. Опа-на. Тоже это никак... Ага, все открыл. Даже не запаковали, короче, тут паразит прям. Эх ты. Ё-моё. Не, реально не запаковали. Понимаешь, что как бы она так вот, как бы она летела как бы ко мне, да? Как бы щелкала всю дорогу, как бы она даже не была запакована. Это минус, напишу, поставлю не 5, а 4. Ну, нет, убираем пакет в сторонку. Такая вот мышка. Всем известная, заказывал... А слушайте, я заказывала в черном или красном цвете? Не помню. Буду делать, наверное, скорее всего, тест. И тут подушки немножечко испачканы, наверное, кто-то пробовал, не знаю. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Как еще открыть-то? Ух ты. Вот такая фигня. Что-то там трясется все-таки. Колесико, что ли? Или кнопка? Эх, китайцы. Ну. В принципе, знаете, лежит в руке очень удобно. Работает от 2 мизинчиковых батареек класса АА. Нет, 3А, по-моему, не помню. Такой Bluetooth-передатчик. Никакой фирмы ничего не будет написано. Естественно, это же Китай. Ну и, в принципе, все. А, колесико, собственно, такое, знаете, какое-то маленькое. Ссылка будет, естественно, тоже в описании. Не помню, вот я заказывал красную какую-нибудь. Что-то, знаете, такая длинненькая, удобная. В принципе, конечно, врубиться в какие-то игры будет, наверное, не так удобно. Даже не знаю. В принципе, шикарная мышка.
Стоят, значит, такие какие-то там сущие копейки, 50, что ли, рублей, не знаю. Но буду, надеюсь, она будет работать. Тест сделаю, прям даже сегодня специально для вас. Сегодня прям будет день видео. Прям вот буду выкладывать что-то штук, прям 5, даже или 6 видео попытаюсь выложить. У меня там еще будет тест фонарика, не знаю, даже, может, делать, не буду делать. Ну, ничего страшного, додумаюсь. Итак, мышка, ложим обратно. Передатчик. Должна быть рабочая. Такая вот мышечка, все вроде ничего здесь не трясется. Немножечко, конечно, трясется, вот, слегка. Ну ладно, буду водить нормально. В принципе, такая вот она удобная. По коврику будет, мне кажется, шикарно ездить. Прям как будто специально для него сделано. Ну, тонкая, хорошая мышка. Типа сделана под Apple. Ну вот, такие вот у нас сегодня были покупочки, такие вот зеркальные фигнюшки. Не мои, мышку прям заказываю именно себе. Вот. Ну что ж, с вами был Артём. Ставим лайки там внизу. Ссылка на эти два товара будет в описании. Всем удачи и не забываем про моё ВК. Всем пока!